Спортивное мероприятие развернулось на площадке школы номер 7 в микрорайоне Заозерный. Праздник спорта торжественно открыли его организаторы. А команда курганских черлидеров приветствовала новым танцем. Он касается абсолютно каждого. Здоровье – это то, что есть у меня, есть у каждого человека. Его нужно сохранить и приумножить. И молодое поколение имеет определенный багаж этого здоровья, поэтому мы будем учить, как его делать так, чтобы его стало большим. Впервые в Курган приехал один из организаторов всероссийского проекта «Беги за мной» Артем Пятерка. Именно с его зажигательного мастер-класса и начался фестиваль. Всем привет! От всего проекта «Беги за мной», да, и от, в частности, от руководителя проекта Натальи Шульги хочется выразить огромную благодарность организаторам. Вы большие молодцы, ребята. Вам тоже большое спасибо, что пришли. Немало любителей и профессионалов показали свои достижения в жиме лежа. Те, кто хотел испытать себя на выносливость, прошли площадку кроссфита. Спортсмены Курганского велоклуба приехали в полном составе. Выезжаем в разные места. Путешествуем, познаем, берем с собой новичков тоже, ну и продвигаем велоспорт и спортивное, чтобы движение. Любители дворовых видов спорта приняли участие в турнире по уличному баскетболу. В поединках сошлись 20 команд различных возрастных категорий. Спорт в массы – это всегда полезно, это всегда здорово. Здоровый образ жизни нужно пропагандировать. Пришли мы на эти соревнования, потому что непосредственно занимаемся баскетболом уже давно. И как бы решили поддержать движение. Организаторы фестиваля приготовили немало сюрпризов. Изюминкой стал кулинарный семинар по здоровому питанию. Его повар поделился секретами приготовления полезных блюд. Ну и послушать, то есть какие-то для себя рецепты взять. Вот, и тем более, что здесь нет ничего такого тяжелого, как для девушки, которые всегда хотят похудеть. Это очень полезно и приятно. Победителей в различных видах спорта ждали призы от партнеров фестиваля. А все участники получили заряд хорошего настроения и бодрости. Елена Шевкунова, Денис Сединкин, информационное агентство «Курган.ру».